Очень аккуратно. Супер матрешка. Держишь? Да, я здесь подержу. Хорошо. Супер матрешка. Слушай, классный. Тут эти, готовые продукты. Хоть бери, наливай себе борща. Тут самый популярный русский магазин в этом районе. Молодцы. Правда, рассказывают, что у них там в кухне не все так гигиенично, как хотелось бы. Тем не менее, все продукты есть. Но на самом деле, продукты русские можно по интернету заказать, тебе домой прям привезут. Заходишь на сайт, знаю, пару сайтов есть. Угу. Заходишь, цены достаточно приятные. Если тебе не к спеху, то... Да, надо научиться... Сайт можно, я знаю, все заказывать. Ну, а там гречка, крупы всякие, даже семечки эти можно заказать. Консервы, икру, все тебе доставят на дом. И будет стоить не дороже, чем в магазине, правильно? Дешевле. Потому что магазин еще и берет НДСки вот эти. Дешевле, потому что не НДСки, в Америке НДСок нет. Ну, типа, налоговая, надбавочная стоимость. Налог, да. Заходите, берите все, что хотите. Такие смешные дети на русском. Созевалась тетка, давай. Все поехали. Ну, не, она там что-то лезла вниз. Просто 6 плюс, iPhone 6 плюс, правда тоже 128 гигов, а у тебя 6s плюс, то есть у тебя мощнее процессор, у тебя он снимает уже 4K, у тебя там немножко получше некоторые функции работают, у тебя отражается всю картинку. Да ладно. Это так. Мы что-то делаем сыр. Господи, уже вечер, и на нас времени не хватает. Только начался день, а уже конец. И это учитывая, что я сейчас не работаю, что я сейчас отдыхаю.